собрались здесь в такой неформальной обстановке, мне кажется, что, во-первых, нам надо сказать спасибо, кто у нас переводит, да? Нам надо сказать спасибо, что Кори, что он преодолел все препятствия на его пути, он добрался до нашей ассамблеи. Мы ученые, Вот, ну, собственно говоря, первый вопрос, тот, который обычно задают всем западным гостям. Какое впечатление на вас произвела Россия? Задея большая. It's really like first usual question which people ask for the foreign guests. What do you think of Russia? What's your impression of Russia now? This minute. Well, my family is Russian. My family lives in St. Petersburg. My grandmother was born there and left after the war, but her brother and his family lived there, and my great-grandmother lived there. So I've been visiting Petersburg since the 1980s. В общем, на самом деле российская страна знакомая, потому что семья Кори живет в Санкт-Петербурге. Вот, его бабушка уехала из города в свое время, но осталась прабабушка и та ветвь семьи, которая осталась в Санкт-Петербурге, поэтому он ездит сюда с 90-х годов. So I've seen it in the Soviet era, in the period after 92, and in the mid-2000s, and now. And my impression has always been, forgive me, but beauty and terror mixed together. Ну вот, поэтому, поскольку он ездит сюда с, фактически в позднесоветское время, и в 90-е годы, и в 2000-е, и теперь, то, то суммарные впечатления, которые складываются, но оно в сущности одно и то же. Самая красота и ужас. Without trying to minimize the corruption and problems in the West, Russia has always been its best enemy, its worst enemy and its best friend. То есть нисколько не минимизирует там проблемы и коррупции, которые существуют на Западе тоже, но Россия вот, это одновременно лучший друг и самый страшный враг. And when you see the fearlessness and generosity and valiant spirit of Russia at its best, it's easy to be filled with hope. Ну и поэтому, если принимать во внимание бесстрашие и такой вот дружелюбие какое-то, значит, которое есть в России, то можно совершенно спокойно в Россию влюбиться, и это самое положение все надежды. But when you see the venality and corruption and greed, especially in the political class, and the criminality really in the political class, it's hard not to be filled with despair. Ну, но если одновременно посмотреть на ту жадность, на ту коррупцию и, значит, на, можно даже сказать, криминальность, которая существует в России тоже, и в особенности в мире политики, то можно испытать большое разочарование. So, that's how I feel about Russia. Так что вот такие смешанные чувства. Ну, учитывая, что он ездит сначала с конца 80-х, начало 90-х, правильно будет, да? Начало 90-х. Нет, ну, еще до было. Прошло все-таки 20 с лишним лет. Вот, как-то менялась Россия? Произошли какие-то изменения с его точки зрения? So mid-80s, during this like almost 30 years, do you think Russia changed in any way? I think Russia's changed in every way. Ну, в общем-то, во всех отношениях произошли изменения, там, не только каких-то. I mean, I don't know how you would catalog, even begin to catalog the changes in that period. When I first came here, we shopped in the Berioska. Ну да, что-то совершенно невозможно записать эти все изменения, поскольку, например, когда они были там первый раз, то они закупались товарами в магазине «Березка», собственно, за валюту. Если кто помнит еще, что это такое? Да. So, it's a complicated answer. Это сложно. What I'll say then is that the whole world has changed. Изменился в конце концов весь мир. In that period, obviously, there's been gigantic technological changes.
произошли гигантские изменения в технологии. And there have been enormous political changes. И в политике тоже, соответственно, практически не идут. Particularly the kind of global neoliberal agenda. Global agenda. Neoliberal. Особенно касательно неолиберального направления в политике. Да, да. Other parts of the world that emerged from colonialism or autocratic rule. Другие части мира, которые значит, перешли из колониального формы управления или авторитарной формы управления в современность. Found their national industries appropriated by Western multinationals. Но с другой стороны, значит, национальная промышленность была присвоена международными западными корпорациями. And their wealth exported in great measure into the hands of the already wealthy. И поэтому, как следствие, большая часть моего богатства перешла обратно в руки тех, кто и так был богат. Whereas in Russia, national industries and national wealth were appropriated by national oligarchs. Но в России, соответственно, национальное богатство и национальные и промышленность были присвоены себе, соответственно, национальными олигархами. And that's, I don't feel a big difference, really. And it is a huge difference. It is. It's a huge difference because... It's a son of a bitch, but it's our son of a bitch, yeah? No, it's a huge difference because... It's a huge difference because the assets are still here and they're still the people's to be claimed. But these people, they also leech on Uganda, and they keep their money. The difference is that, at least, the resources are still here, and they can still be demanded by the people. So, I think it's a significant difference, and I think the best way to talk about the changes in Russia aren't Russia 1984, Russia 2012. But Russia, the rest of the world in 1984, and Russia and the rest of the world in 2012. То есть изменения произошли существенные. Я думаю, что лучший путь говорить про изменения в России – это не сравнивать Россию 1994 года и 2012, а сравнивать Россию и весь мир в 1994, Россию и весь мир в 2012. Россию более-менее знает, как правило. Хотелось бы понять, как он относится к русской литературе, вообще знаком ли он с классикой и современниками, насколько вообще Достоевский. So we kind of understood what you think of Russia. Now we want to know what you think of Russian literature, and in particular Russian classic writers and also contemporary writers. Писатель все-таки должен проявлять интерес, как мне кажется, к такому. He thinks that right. Приехал к вас во Вьетнам. Take interest in such things. Special literature. So the curse of being an English speaker is that on the one hand there is an enormous glut of literature natively written in English, and on the other hand, because of that, virtually nothing gets translated into English. So there's very little widely available Russian literature in English translation. Проклятие английских людей, которые пишут по-английски, в том, что с одной стороны существует огромное количество классической литературы на английском, с другой стороны мало что переводится при этом на английский из других литератур, в частности из русской литературы. So I can count the contemporary Russian writers I've read, you know, on the fingers of one hand, Bulgakov's, Strugatsky's. Пелевин. То есть я могу перечитать писателей, которых я читал, современных российских писателей, буквально по пальцам одной руки. Булгаков, Стругацкий, yeah. Пелевин нет. It's as many, it's more than I've read German writers or French writers, for whatever it's worth. Это больше, чем вот это число 2 или 3, это больше, чем число немецких или французских писателей, которых я читал. Ну и как они ему? How do you find them? I looked under B for Bulgakov. Yes, то есть вот... That's how I found them. То есть на Б, Булгаков на Б, да. По-русски это звучит двусмысленно. It's a kind of an ambiguous thing in Russia, but okay. By the way, what things of Bulgakov have you read? Just Master and Margarita. Master and Margarita читал, да. Mm-hmm. Yeah. What's it called? Not Million Year Spree.
Земляк до конца света. Он путает с этим, с Одиссом. Ну, неважно. What's the title? Not the Miller of Year Before the End of the Road. Something like that. Trillion Years Pre, it's Odyssey. Yeah, that's Albus, yeah. The other book, yeah. Okay. So, not very widely. I enjoyed them. Mostly today, all of my reading are books that aren't published yet. I have a pile of books to review that's this tall. У него огромное количество книг, которыми он занимается, которые до сих пор не вышли в печать. То есть он, в общем, рецензент. Вот, поэтому и эта кипа уходит под потолок, и, в общем, читать совершенно не будет. Я поясню, насчет этого момента, потому что он как раз сюда Кори приехал с книжкой, которая выглядит как нормальная книжка, да, но при этом там написано, что это, значит, из маленького тиража, который предназначен только для рецензентов. У нас такого нет, насколько я понимаю. Приприн, да, но у нас просто, видимо, файлы рассылают больше. Файлы. У нас в этом смысле книжки так не издают. Как коллега Кори, могу сказать, что в основном файлы рассылают. We have this case where our publishers mostly send files. The files, yes. In electronic. Not the printed books. Yeah. My pile of files is much smaller. Files у меня куда меньше. It's a... Еще раз, я... Я помню, когда приезжал в Рестерлен, он вот тоже... Это вот какая-то англо-американская привычка показывать, вынимать из своих карманов гаджеты, когда приезжал в середине 90-х. Коля переведу. Приезжал в British American habit. Он первое, что сделал, начал вынимать гаджеты. The first thing is to show the gadgets you have by yourself. Oh, that was the third thing I did. Показывай. Окей, это была не первая, была третья вещь, которая... Easily the third. Maybe the fourth. Может, даже четвертая. Так что Вася совершенно зря обвиняет. Известен Кори у нас не только как писатель, и не столько как писатель. К сожалению, в России издавали его мало. И, кстати, вопрос к нему в связи с этим. А почему, и есть ли какие-то планы на издание в России? Были ли куплены какие-то права? Чего ждать? So, So my translations are done by my agent's foreign agent. So it's at two removes from me. Те переводы, которые существуют, они, значит, делаются через зарубежного агента моего агента. То есть они отстоят от меня на два хода. So usually I find out after, you know, when the book comes in the post. То есть обычно я об этом узнаю, в общем, уже когда все совершилось, и книга вот приходит ко мне. Вот, and you know, I get some money wired into my account. But... И какие-то деньги переводятся на мой счет. So I couldn't tell you. I assume the publisher who did Little Brother will do the sequel when it comes out. Я предполагаю, что издатель, который в России издал младший брат называется, да? Что он, значит, переведет также и сиквел, когда он будет готов. А он сейчас пишет сиквел. По-моему, сиквел уже даже анонсирован. Анонсирован. На сайте уже... Have you already written the... Oh, yes, it comes out in February. Ага, то есть он уже вышел, он выходит в феврале. Ну, конечно, there's three books coming in the next six months. То есть за следующие полгода выйдет еще три книги у Кори. So there's a book I wrote with Charles Stross called Rapture of the Nerds. Значит, книга, которую он написал вместе с Чарльзом Строссом, которая называется, как это перевести, господи, Rapture of the Nerds. Может, Ира поможет перевести. Rapture of the Nerds. Rapture of the Nerds. Это как бы разрыв гиков, да? Разрыв гиков. Это на русском вознесение как-то. Разрыв шаблона. Разрыв шаблона. Окей, разрыв шаблона. In September. And then October is a young adult novel called Pirate Cinema. В октябре выходит, значит, роман для рынка, то, что называется Young Adult, то есть для подростков, да? Значит, под названием «Пиратское кино». And then February is the sequel to Little Brother. It's called Homeland. И в феврале, значит, сиквел, который называется... Homeland. And then after that, a graphic novel adaptation of my story, Ender's Game. И после этого комикс адаптация, ну, в смысле, да, рассказа Ender's Game. Ender's Game. Ender's Game. Ender's Game. Игра Энды. Игра Энды. Игра Энды. And then, no, not Orson Scott Card. Cory Doctorow. It's not Ender's Game. It's Ender's Game. Endless? Is it Ender's? Ender's. Is it connected with the Ender's Game? It's kind of a critique in short story form. Ага, ясно. Я спросил, просто связанное с Романом Карда, хотя, по-моему, я передал на русский, но, видимо, он сказал, что да, что это нечто вроде критики в короткой форме этого романа. And then a non-fiction book called Information Doesn't Want to Be Free.
И еще книга... Публицистическая книга, нон-фикшн, да, которая называется «Информация не хочет быть свободной». That's sort of my project for the next year and a half. Это мои все мои проекты, например, на следующие полтора года. И он за полтора года планирует это успеть? Как когда он находит, как он находит время? How do you find the time for to manage all these things? I don't have a social life. У него общественную жизнь он не ведет. To be honest, writing isn't very time consuming. If I write 1,000 words a day, that's 2 novels a year. And it's about 2 hours work a day. На самом деле сочинительство занимает не так много времени, потому что если я пишу 1000 слов, они меряют словами, да? Если я пишу 1000 слов в день, то это 2 романа в год, и это примерно 2 часа, 2 hours, yes, a day. Это примерно, примерно 2 часа в день. But the hard part is really fitting it in with travel and with being a father. Но, так сказать, сложная часть, проблема в том, как все это совместить, во-первых, с путешествиями, во-вторых, с тем, что все-таки Кори отец, у него есть какие-то отцовские обязательства. But when I was working for an NGO and traveling all the time, 27-28 days a month, I taught myself to write whenever there was a break, whenever I could sit down. Но когда он работал на неправительственной организации и, значит, путешествовал почти весь месяц, 27-29 дней в месяце, тогда он приучил себя писать где угодно, буквально как только выдастся небольшой кусочек времени. Without having to be, you know, in the mood or have the right music or a cigarette or, you know, sleep or... То есть без того, чтобы там с помощью музыки настраиваться или быть в каком-то настроении или даже или там закурить сигарету или просто спать. So, for the sequel to Little Brother Homeland, I wrote a lot of that on tour in Germany and Switzerland. А продолжение к маленькому брату, к младшему брату, Родина, он писал в основном, когда он, значит, ездил по Швейцарии и по Германии с авторским турне. So I would go to schools, and the translator would read for half an hour, and I'd write, sitting next to him on the stage. And then I would read for half an hour, and I would stop writing. То есть, когда он выглядел это так, он приезжал в какие-то школы, значит, там переводчики читали его тексты полчаса, за это время он на сцене тоже сидел, прямо на сцене печатал новые тексты. Потом он читал полчаса, и, значит, все были довольны. Бесконечное множество книг. Книжная ярмарка ДК Крупской. Едем за подарками.